Народ, всем привет. Ой, как сегодня поехал, короче, на дачу посмотреть Ford Focus. Первый у него, короче, ну у них это болезнь, ручки вот эти открывать. С одной стороны, короче, вчера дернули, она перестала открываться, это задняя правая. С левой стороны у нас водительская сторона, где дверь. Там у ручка, она, короче, тоже открывает плохо. Получается, надо вытягивать ручку до самого конца. Иногда, если медленно вытягиваешь ее, она открывается. А если вот по-быстрому, то она не открывается. Приходится, ну, вот ее стукать посильнее, дверь. Я вам сейчас покажу. А остальные двери, вроде правая пассажирская и задняя левая пассажирская, она вроде ничего, как бы они работают. Вот я сегодня хочу посмотреть, скрыть обшивку. Я вам сниму, естественно, все покажу, как это делать, кто не знает. Посмотрим, возможно там натянуть или нет. У меня предыдущий Ford тоже был, я как-то видос выставлял, то что делал ручку. Там есть такая шпонка, или вот она, как она вот называется, я точно не знаю. Ее можно, ну, крутить, она уходит вниз, она уходит вверх. И вот надо посмотреть, какое положение она даст, чтобы ручка прям была натянута. И чтобы не было такого, ты ее сначала двигаешь, а потом она раз открывается. А должна быть сразу же, хлоп, ее и открыл. Из-за этого тросики и там срываются, наверное, или там такая пластмассовая, которая в кружочек такой, как бы заклепка такая, раз. Вот, она тоже, может, вылетела и так далее. Поэтому я точно не знаю, сейчас будем, короче, смотреть, что там у нас... с этими дверями. И вот у нас, короче, левая и правая задняя. Будем сейчас смотреть, я вам сейчас все покажу, ребят. Все, погнали далее. Так, ну вот, ребят, сейчас я вам покажу, короче, у нас... Вот, закрываешь дверь, и вот она, видите, у нас ручка как. И она, дверь не открывается. Не потихоньку, вот если... Вот я ее до упора, вот, все, дверь не открывается. Нужно дверь дергать, ручку вот так, вот. Дергаешь, короче, и она открывается. А вот так нет. Ну, бывает иногда, вот если прям посильнее чуть подтянуть, вот тяну, все, она вот до упора. Вот. Все, видите? Вот. Здесь сзади более-менее нормально. Раз, все, она открылась. Вот прям тихонько. Видите? Все, дверь открывается. Сейчас я вам покажу с этой стороны. Который вот ручка тоже, машина была закрыта, я не знаю что, вот все, во, видите, и ручка у нас остается вот так. И вот надо тоже посмотреть, я думаю, может смазать чего нужно и так далее. Вот видите, она начала открываться, вчера мы ее дергали, она вообще никак не открывалась. Ну вот это тоже смотрите, вот она, это тоже, ну, бред какой-то некрасивый. Во-первых, ручка все время торчит, она вот тут на любом повороте, она вообще легко. Поэтому, я думаю, тоже надо снять обшивку или снять вот эту личинку саму и посмотреть, натянуть, может, тросик там или что у нас там оно есть. Ну, просто надо, короче, посмотреть. Вот. Здесь дверь тоже. Здесь вот она жесткая. Здесь ее раз, все, открыл. Но она тоже вся еще через одно место, грубо говоря. Вот. Ну, тоже желательно бы посмотреть. Вот, ребят, ну и, короче, это, сейчас мы посмотрим, двери мы все откроем, обшивки снимем, посмотрим, что у нас там и как далее, у нас что вообще там происходит. Я, честно сказать, лазил один раз только в одном, тоже Ford Focus первом, у вас, ну, ролики я вам тоже выставлял, показывал, у меня с левой стороны тоже водительская отломалась, там такой крючок, и он, короче, отломался. А он там алюминиевый. И в итоге я что-то изобретал, там что-то подваривал, что-то крутил, что-то делал. И в итоге у меня все получилось, и дверь открывалась вообще четко. Ручку прям чуть-чуть на себя делаешь, она прям четко открывается. А зимой, когда все это замерзает, зимой, и тебе надо открыть, и она у тебя не открывается, и ты дергаешь, и у тебя, блядь, ручка остается в руке. И это, знаете, даже как вот на BMW X5, вот на старых. У них также, у них ручка много, кто... знает то, что, ну, и кто много, конечно, то не знает, они, короче, тянут ручку на себя, а что она вверх поднимается, что ее надо вверх открывать, никто не знает. И в итоге у них это болезни, просто болезни у каждого вот этого X5, это зимой просто жесть у них происходит. Ну ладно, сейчас как бы не о таких машинах. Вот, а я сейчас буду разбирать водительскую, буду разбирать.
сниму обшивку дверей, посмотрю, что, как, чего там, что-то натянуть может, можно и так далее. Я, естественно, вам сниму, покажу, как это будет возможно, потому что, сами понимаете, там сейчас с камеры хер куда что подлезешь и так далее. Вот. Поэтому, ребят, давай, все, погнали. Ребят, а снимается, в принципе, она довольно просто, здесь обшивка. Я не скажу, что здесь какие-то сложности. У нас вот они все здесь болтики. Вот. На крестовой отверочкой. Потом вот здесь у нас тоже отверочкой подцепляем и вытаскиваем. Вот. Ну и также с этой стороны. И она снимается. Вот. Ну и сейчас, ребят, будем смотреть, как что. Погнали! Ну, короче, вот так у нас получается. В принципе, довольно не сложно снять обшивку автомобиля. Это Ford Focus 1. Всего тут пару. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять саморезов. И обшивка снята. Вот. Здесь у нас до сих пор, видите, как сохранилась вся шумка. Вот. Надо будет ее сейчас аккуратненько отогнуть, посмотреть, что у нас там под ручкой находится. Вот. Потом приклеим мы все, естественно, все обратно. Вот. И, короче, ну, сейчас посмотрим. Сейчас я, ребята, ее аккуратненько сниму. И дальше будем смотреть, что у нас там. Так, ну все, я, в принципе... Ну, короче, я не знаю, сейчас, ребят, будет вам видно, конечно. Я сейчас вам попробую показать. Не знаю, будет, не будет. Сейчас надо, я фонарь включу. Так, ну вот, смотрите, ребят. Я, наверное, надеюсь, видно будет, не знаю. Блин, даже не знаю, как вам показать, как вам будет видно, не видно. Вот, вот так, если будет видно. Вот смотрите, вот видите вот эту вот причуду, вот ее снимаете, накручиваете либо вниз, либо вверх, я точно не помню, и обратно защелкиваете, и в итоге у вас ручка будет натягиваться. Вот у нее люфт, видите какой, это почти, блин, почти наполовину. Вот ее натягиваете, чтобы она была ровно, и тогда ручка у вас будет уходить до конца. Вот у меня примерно вот в таком положении, вот только начинается на открывание. Еще вот места там, блядь, много. Ну вот, ребята, я вам показываю. Вот я сделал дверь. Сейчас я прикрою вам, покажу. И дальше обратно соберу. Вот дверь у нас, ручка теперь. Оп, видите? Открывается. Вообще идеально, как новая. Теперь надо собрать все обратно. И все. Ну все, ребят. Водительскую я, короче, собрал в сторону. Все, дверка вообще как новенькая. Ручка, вот она, все отщелкивает, все как надо. Вот. Здесь, в принципе, тоже все нормально. Осталось сделать вот эту заднюю дверь. Также я сейчас сниму, все разберу, посмотрю, чтобы ручка вот так же не гуляла. Видите, она вся. Вот она. Тут вот она вот так, короче. Вот это некрасиво. И она, чтобы открыть, это надо ее опять дергать. То же самое. Вот. Сейчас я разберу обшивочку. Также сделаю все. И проверю еще, какие ручки нужно поделать. А так, в принципе, вроде все нормально. Погнали, далее делать. Ну вот, ребят, сняли мы, короче, последнюю дверь. Сейчас мы также посмотрим замок. Посмотрим ручку, чтобы она у нас вот так вот и не торчала. Вот видите? Чтобы не было вот этого вот всего. И посмотрим, что она у нас так хреноватенько работает. Еще неизвестно. Фу, пылище такое здесь, ужас. Просто полная жопа здесь какая-то. Но здесь уже, походу, лазили, потому что, видите, здесь у нас половины куска нету. Так, ну сейчас я то же самое посмотрю и будем уже, ребят, думать, как что. Я сейчас все сделаю, сниму, покажу. Так, ребят, ну, в принципе, прошло примерно где-то
часа полтора у нас. Я в итоге, короче, сделал все двери. Ну, не все, а всего лишь две. Это водительскую и заднюю пассажирскую правую. Разобрал я все. Посмотрел вот эти вот, которые пластмассовые, которые вот в предыдущую я вам показал. У вас, вы их отщелкиваете там. Но там, понимаете, я вам так не объясню. Вам надо будет... А показать я тоже не смог, потому что там надо двумя руками, и мне нужно будет чем-то снимать. Не получится просто показать даже. В итоге, ребята, получается, там просто надо отщелкнуть ее, снять, крутануть ее вниз, чтобы она вниз ушла, и ее застегнуть обратно, максимум там на полоборота, вот так. Вниз ее отпускаете, и получается все. Обратно защелкиваете, у вас ручка начинает уже твердеть, и она не будет у вас, ну, вот такая вот мягкая. Вот. Что еще? Ну и все, и обратно все собираем и так далее. В принципе, на сегодня все. Вот такое небольшое видео я отснял. Да, по поводу помощи пожилым людям мы будем сейчас на неделю уже снимать. Будем, поедем, купим каких-нибудь продуктов, которых там самое необходимое. Мне подписчики пишут там смс-ки ВКонтакте, что нужно купить и так далее, тому подобное. Вот, и я говорю еще раз, если кто-то хочет принять участие, пишите ко мне в личку либо ВКонтакт. Все ссылочки в описании будут здесь под видео, естественно. Ну и, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока, смотрите дальше, дальше будет интересней. Кто хочет поучаствовать или что-то дать, у кого-то что-то там есть, в итоге пишите мне в личку, ВКонтакт и так далее. Всем спасибо за просмотр, всем пока, ребят.